Дорогие друзья, всем привет! В предыдущем видео мы с Русланом собирали портрет человека, который на ваших экранах. И в этом видео хочу рассказать, что это за человек. Зовут его Джим Керри. Ну, я надеюсь, что вы все-таки угадали, кто это, потому что видели много фильмов с его участием. Честно сказать, мой самый любимый фильм с его участием – это фильм «Лжец-лжец». В нем, ну, много всяких приколов, и, по-моему, именно характер героя, вообще портрет героя раскрыт как можно лучше именно с помощью таланта этого актера. Человека, который делает потрясающе смешные рожи, который вообще все, что не говорит, всегда смешно. За это я его очень уважаю и вообще ценю как актера. Руслану тоже этот актер нравится. Ну и, пользуясь случаем, хочу передать привет девушке Руслана, Насте, потому что это ее любимый актер. Настя, мы тут вот, видишь, такой вот сюрприз для тебя тоже сделали. Ну вот, что касается того, почему именно Джима Керри мы сделали. Ну, во-первых, потому что он нам всем нравится, а кому этот человек не нравится? Во-вторых, вчера, 17 января, у Джима Керри был день рождения. Джиму исполнилось 53 года. И если он видит это видео, в чем я очень сильно сомневаюсь, то хочется передать привет и ему. Hello to the United States for Jim Carrey from Russia. With love and respect. Как-то так. На всякий случай, если вдруг Джим Керри видит это видео. Ну вот, пусть знает человек, что он настолько популярен, что его портреты делают из совершенно разных материалов и даже из кубиков Рубика. Я надеюсь, что в моей комнате, и не только в моей комнате, будут появляться портреты еще разных людей, и не только людей. Животных я тоже обожаю. Вот. И они будут украшать мою комнату, поднимать настроение всем моим гостям и, конечно же, вам, уважаемые зрители. А пока что всем спасибо.